Слушай, я тебе слышала совершенно странную историю о том, что ты ночевал в игровом клубе 27 суток. Ну, было такое. А как это? У меня в голове немножко не укладывается. Ну, Ты я ж... жил в игровом клубе, Ну да, правильно? я играл, да, 27 суток. Это было, ну, у меня в городе, в Бишкеке, клуб назывался Киберспорт 2. Ну, вот у меня там было бесплатное время, я мог играть сколько угодно. А как, ну вот даже там вопросы какой-то там гигиены, покушать. Ну. Лучше опустить эти моменты. Это ты тогда уже играл в Доту, да? Ну да. Это какой был год? Точно не помню, но где-то в 2014-15. Твои родители знали, где ты находишься? В некоторые моменты они не знали, где я нахожусь. Ну, я там приврал, там, или что-нибудь еще, как-то увиливал от вопросов. Но по итогу отец в основном знал, да, что я в клубе. Он меня и забирал оттуда. Ты, я так понимаю, взял академ отпуск, правильно? Да, я один год, я после 9 ушел, один год в колледже отучился и решил взять академ. И они плохо это восприняли. Если честно, у меня мама первые месяца три вообще не знала, что я ушел с учебы. Потому что я боялся сказать в какой-то мере. А с отцом я, так сказать, договорился, что хотя бы один год он мне даст попытать шанс. Мне Все было... обманывают в детстве родителей. Это классно, когда ты чемпион мира. Вот такие истории надо вот рассказывать, когда ты все, ты на абсолюте, ты на вершине. Ну, я так считаю. Ты в Нави попал. Это уже чего-то стоит. Не, ну, надо и побеждать, ну, попасть, это, ну, такое. Я же говорю, вот когда я буду, вот когда тебя я выиграю, я расскажу всем в подробности. Это как будет, знаете, это вот как у каждого есть успешного Профайл, человека. да. Да, типа, вот я там, вот там, с грязью, вот я там и расскажу. И что ты в это время делал? Вот ты взял академ. У меня тогда уже была команда, это вот крыска команда сблизи. Там, ну и с остальными крысами ребятами мы то играли, тренировались, играли разные территории турики. Ну по итогу, да, мы поехали на Вест этим составом и попали в MVP. А как вы вообще друг друга нашли? Как вы начали вместе играть? Вот сблизи, с командой? Это было какое-то онлайн-знакомство? Или вы в клубе в игровом Ну познакомились? вообще у нас комьюнити в Кыргызстане работает так, что у нас каждую неделю были турниры по Доте 2. И как бы, да, мы приходили, и там уже плюс-минус друг друга знали. Вот это вот года, когда я начинал играть в 2015-х, они уже были более высокого класса. Это вот там игроки Пабер, Наполеошка, Близи. Они играли, так сказать, в самой сильной крыской команде. А я со Штормкэтом, это нашим мидером, мы создали вторую команду и как бы решили выиграть их. Но по итогу, как оказалось, мы их выиграли, помню, один матч. Они что-то там какие-то начали замены делать. Я тогда подошел к Наполешке и предложил, вот, типа, то, что я буду капитанить, вот мы там новые молодые игроки. И, так сказать, вдохновили более старых игроков и решили играть вместе. С какого момента тебе Дота начала приносить доход? Вот ты тогда, когда ушел из школы, ну, очевидно, что ты там играл, посвящал много этому времени, но заработка, я так понимаю, не было поначалу. Ну, первые времена это были простые вот эти турниры, те же, которые мы играли, выигрывали. Ну, там тоже заработок, он нестабильный. А первые деньги, хоть какие-то, я помню, начал получать это спустя полгода, как я ушел с учебы, в 2015 году. Мы там начали выигрывать какие-то турниры, там, по 2000 долларов на команду. И тогда мне этих денег, ну, я мог распределить их спокойно там на полгода. Я особо не тратился, только на еду. Компьютеры, как я сказал, я играл бесплатно в клубе. Я там мог очень сильно экономить и спокойно играть и, ну, жить. Вот. А именно какой-то стабильный доход, это вот только, наверное, с попаданием в Вегу, когда уже ты понимаешь, что вот у тебя в этом, ну, когда ты уже можешь спокойно рассчитывать на вот эту зарплату какую-то. Как к вам поступило предложение уехать в Корею? Довольно необычно. Ну, играли мы плюс-минус года два на тот момент. Там были, конечно, перерывы иногда, потому что там тоже у каждого были свои дела, там у нас не было спонсоров. А с MVP мы непосредственно, когда мы поехали на Веск, там был, ну, там участвовали MVP, мы там познакомились с Форео, он нам с этим помог, рассказал о нас, потому что он нас тоже плюс-минус знал и дал нам контакты, и мы как-то уже сами с MVP согласовали, договорились. Вы поехали в Корею и жили там год, я так понимаю. Вы безвыездно жили там или... Да, мы там прожили где-то 6 или 7 месяцев, да, безвыездно.
Слушай, ну вот Близзи говорил, что ему понравилось, но он говорит, что он любит корейскую еду. Я понимаю, что корейская еда — это не для всех. В целом, вот как было тебе? Ну, по итогу я отношу этот период жизни как опыт, потому что он горький. Горький? Да. Единственное, что радовало, это как бы Корея. Ну, потому что лично для меня, для человека, который там мало путешествовал, попасть там в Корею, прожить в Корее, это было круто. По факту, мне очень расстроило, потому что у меня были более карьерные амбиции именно. А мы там, ну, по итогу, так сказать, просрали все, да. Я так понимаю... В этом плане меня не устраивало все это. Я так понимаю, вы поехали туда вот как так, там, друзей, и когда ты другу не совсем можешь все сказать, что ты о нем думаешь, и я так понимаю, что тебя тормозила просто вот какая-то расслабленная атмосфера или что-то типа того? Было такое, да, потому что в один момент мы-то играли все время с клубов, на тот момент, когда мы ехали, там, наверное, у полкоманды не было компьютеров дома, и все считали, что вот, нам это мешает. И сейчас, будучи играя на малом пинге с, ну, хорошими девайсами, компьютерами, мы сейчас вот, типа, выстрелим. Но, как оказалось, ты не только должен просто играть, ты еще должен как-то это профессионально к этому подходить, там, какие-то тренировки и все, реплеи. Это не просто, что ты играешь и как-то становишься лучше, это ты должен делать какую-то работу, именно целенаправленную, чтобы улучшать свою игру. А там со стороны организации было максимум, ну, там вообще не было контроля. И они нам ничего не давали, и мы как бы сами по себе были. А мы люди тоже не особо опытные. Как-то, ну, как мне кажется, мы расхлябанно это все делали. Ты сейчас попал в Нави, вот, уже 10 дней на буткемпе. В целом расскажи свои первые впечатления от команды и от всего, что сейчас с тобой происходит. Ну, в первое впечатление, ну, я рад, потому что я до этого давно уже хотел поиграть с Акбаром. Ну, я слышал о нем как о хорошем игроке, опытном игроке, который много знает. И мне всегда нравится, когда в команде есть игроки намного опытнее тебя, которые могут тебя чему-то обучить. Все неплохо, мы уже вот сколько играем в КВшки, все идет довольно хорошо. Но осталось лишь показать на официальных играх. Ты пришел в команду, они уже играли до этого какими-то своими наработанными тактиками, и ты тут приходишь со своим там херопулом. Вот насколько тебе комфортно было вот в это все влиться? Я считаю, влился. Было довольно просто, но сблизи я играл, а остальные парни довольно все дружелюбные, с ним, ну, как бы все довольно разговорчивые, легко идут на контакт. Я просто говорил, потому что у меня другой пул, нежели у чуваша, и я, опять же, я говорил, что мне важно, какие там детали на некоторых героях мне нужны. В какой-то мере я подстраивался под команду, и команда подстраивалась под меня. Ну, мы находили какие-то компромиссы. Расскажи о вашем тренировочном процессе на этом буткемпе. Ну, у нас был какой-то план. Мы смотрели, чему мы хотим достичь. Там, сначала командной работе, каким-то сражением, забирание каких-то тауров и так далее. Мы ставили какие-то задачи и во время тренировок делали их. Эти задачи могли быть разными. Именно могли быть внутриигровыми задачами, могли быть именно там с херопулом устроены, там, какие-то героев потренировать. И так далее. Как это происходит? Вы играете, там, например, первые там, 3 КВшки, делаете, как бы, потом после этого работу над ошибками. У нас есть какой-то план, мы там за час сыграемся, что-то обсуждаем. Может, какие-то у игроков какие-то идеи, кто-то там, может, в паблике наиграл кого-то героя, он начинает предлагать. Остальные начинают это подхватывать и обсуждать, там, насколько это круто или не круто. Ну и есть после игры. Очевидно, если ты там проиграл, да даже если выиграл, там бывает много каких-то непонятных моментов в игре, которые надо обсудить. И уже после игр, ну, это зачастую переносится на следующий день, потому что ты уже как бы сидел там час, обсуждал какие-то новые стратегии, что вы хотите делать в течение дня, потом ты играл там 4 или 6 КВ, ну и ближе к вечеру уже просто сил не остается, легче там, ну, может, какие-то там сразу здесь какие-то были игровые моменты обсудить, но основную часть уже на следующий день. Ну, если там игра была реально сложная, на следующий день мы уже собираемся и опять же смотрим эту игру уже все вместе. Там, может, кто-то до этого сам посмотрел тоже. Вот, ну, это примерно так. У тебя уже был довольно большой опыт взаимодействия с тренерами. У тебя было сначала Кипс Веги, потом Жотум и сейчас Мак. Насколько вообще сильно отличаются их стиль работы? У них у всех очень разный стиль, потому что Кипс, допустим, она больше вмешивалась в наши какие-то игровые моменты, насчет передвижений, какие-то азы обучала, там, как забирать таура условно, как она это видит, там, на карте очень много рисовала. Насчет Джотма, у него подход был больше настроен на драфты,
большую часть концентрировался на том, какие раздрафты нам нужны, какие герои нам нужны. И вот сейчас у нас маг. Он, кстати, что-то между. Он тоже разбирает драфты с Анейка. Они там что-то между собой драфтят, потом обсуждают. Тоже спрашивают, какие герои нам нужны и так далее. Если у нас были сложные игры, там был какой-то хаос, он тоже предлагает свои какие-то альтернативы. Недавно к Нави была одна из таких претензий за то, что у Нави узкий пул героев, не так вариативные пики, и нам все перебанили, и вот нечем играть. Как ты считаешь, это вообще проблема для Нави? Я не знаю, как у них было тогда. Как мне кажется, у них был не то, чтобы пула не хватало, уверенности. Ну, хотя это и есть, наверное. То, что в каких-то героях ты уверен, из-за этого ты стараешься их больше брать. Когда их нет, ты как-то ощущаешь себя неловко. Но мне кажется, это все больше в какой-то в голове или в командной работе, то, что ты как-то неуверенно ведешь себя. Если ты недостаточно их натренировал, ну, на скримах, ты как-то боишься или чувствуешь себя неуверенным именно в бою, ну, как бы на официальных матчах. Но сейчас, мне кажется, такой проблемы нет. У нас довольно обширный пул. Слушай, тебя вот одно время, когда вы отобрались там на мейджор, вот недавно Спанга, тебя там многие называли, что чуть ли не лучшая четверка СНГ. Вот ты себя таким чувствуешь? Не знаю, я давно пришел к тому, что большинство тир 2 и тир 3 игроков, главная их ошибка — это нестабильность. Я могу сыграть какие-то периоды реально хорошо и, да, почувствовать себя там чуть ли не лучшей четверкой, вот как сказано, но основная эта проблема в том, что ты не всегда выдаешь такую игру. И в этом, ну, заключается разница между тир-1 и тир-2 игроком. Тир-1 игрок, он всегда сыграет минимум среднее или на высшем классе. А тир-2 игрок, он может сыграть типа хорошо, но зачастую он играет так, ниже среднего или вообще посредственно. Ты тир-1 или тир-2 игрок? По результатам, ну, я стараюсь вот именно быть... Вот в течение этого сезона я себе задал, ну, так сказать, задачу именно быть стабильным игроком и стараться на протяжении именно всего сезона выдавать хорошую игру. Пока я бы не сказал, что я справляюсь с этим, потому что, судя по результатам, совсем не справляюсь. От чего это вот именно у тебя зависит? Во-первых, это бывает от патча, потому что иногда патч меняется, и ты не сразу как-то проникаешь в него, не сразу тренируешь нужных героев или как-то... Вот это понимание не сразу приходит. Потом влияет еще команда, потому что если у тебя все плохо в команде, тебе, ну, это давит, потому что ты там проигрываешь, ты тоже начинаешь впадать в какой-то тильт, начинаешь расстраиваться, и это все влияет на твою игру. Вы уже начали пикать Тетчеса? А когда это Вью выйдет? Через... Уже квалификации будут заканчиваться. Увидим, парень. Почему Тетчес? Мне вообще в свое время, когда я еще в Доте 1 играл, мне нравилось три героя. Это Висаж, Тетчес и Миппа. Ну вот, и как бы мне эти три героя просто всегда импонировали тем, что никто на них не играл. Ну там больше контроля, вот это, что заморачиваться и так далее. Они реально какие-то особенные. У них своя механика. В свое время, я помню, в 2015 году, я там наиграл на нем, у меня было уже где-то около 250 игр. И вот героя апает, он вообще, помню, на TI5, да, вот как раз в 2015 году, он тоже был очень хорош, его даже зафиксили после того, как Ауи играл и выиграл TI. Да, ну, красиво ему было. Тоже все банили. И ты вдохновился этой историей. Ну да, я и так был игроком уже, я играл и как раз смотрю, боже, как же это круто, с Таском. Закаты можно было. А сейчас есть Траваман, который якобы там у него там, я не знаю, сколько игр на Тетчесе. Он, кстати, довольно хорош. Ты следишь, да, за ним? Да, я у него немало фишек своровал. Ну, или как заимствовал. За кем из поигроков ты больше всего следишь, может быть, смотришь стримы, и у кого можно чему-то научиться? Стримы я не смотрю. В основном я, ну, слежу за, наверное, за всеми топовыми. Ну, это GH, FY, Fate. Ну, если честно, каждый игрок просто даже вот на кросс-сцене тоже выдает иногда, ну, разную игру. Кто-то там выдает хорошо, кто-то плохо. Просто смотришь, какие команды побеждают, что-то интересное увидишь и так далее. Но я тоже стараюсь,
как, не именно подражать, а просто заимствовать или дорабатывать их какие-то идеи. Что мотивирует тебя играть? Разные факторы есть. Там деньги, слава, свои какие-то амбиции. Ну, хочется быть всегда лучшим. По-любому, когда играешь, тебе приятно осознавать, что ты там, да, в какой-то там десятке, сотни лучших игроков. Но всегда хочется стать именно абсолютным победителем, именно первым. Ребята, спасибо за то, что смотрели это интервью. У нас вскоре на канале будет еще больше контента.